17 сентября 2023 года состоялся первый в истории нашей компании турнир по футболу между командами подразделений «Ариста» в московском регионе. Наши парни боевые и играют лучше всех. Нашу сборную «Ариста» ждет победа и успех! Мероприятие посвящается 20-летию компании «Ариста». Результаты турнира. Пятое место – команда «Ахо». Четвертое место – команда малярного цеха «ГСА». Третье место – сборная команда «Офис». Второе место – команда механического цеха «ГСА». Первое место – команда оптового склада «ГСА».